Короче, это просто видео-сенсация. О май гаш. Такое, наверное, может придумать только русская женщина. Просто не пишите мне то, что я ненавижу, я теперь против Украины. Камон! В общем, я когда была маленькая, то я говорила, что у меня будет 7 мужей. Ну, теперь я поняла. Ну, типа, у меня реально будет 7 мужей. Ну, я была ребенком, я сказала, значит, это так. Моя душа тогда очень хорошо себя проявляла. Вот. Я серьезно. Было многоженство. Все, поменялось. Картина. Но вот это вот многоженство, оно было важно. Это типа, знаете, мужская энергия вначале, потом женская приходит. Вот. Это нормально. По статистике мужчин больше, чем женщин. So. Я знаю, ну типа, я вижу, что я нравлюсь девушкам. Ну так это не окей. Женщина с женщиной не должна быть. Мужчина с мужчиной может быть по той причине, что женщин меньше, чем мужчин. Понимаете, к чему я? Тогда, может быть, раньше было... А теперь непонятно, почему мне одна женщина сказала, что я рожу двух мальчиков. Вообще пофигу. Пусть идут к другим, к другой женщине. Короче, это вообще норма. Ну, смотрите, мужчин больше сейчас, чем женщин. Когда было многоженство, вероятно, женщин было больше, чем мужчин. Ну, как надо было выживать? Ну, тогда на одного мужчину несколько женщин. Сейчас цифры изменились. Сейчас мужчин намного больше. Ну, потому что женщин не надо так много. Ну, вот так вот. Мы, женщины, вымираем, что ли? Прикол, конечно. Тогда я хочу родить дочку. Ну, на самом деле, мне без разницы. Я себе думаю. Не, ну я на самом деле хочу дочку. Ну, why not? Но! Ну, ладно. Я не знаю. Это мне, типа, надо сделать выбор. Либо дочка, либо 7 мужчин. Типа 7 мужчин. Ну, ребята. Да, это вообще-то очень здоровая тема. Ну почему многоженство было? Ну окей, ну что, я не знаю, когда было. Ну а теперь много мужества. Ну что здесь плохого? Ну типа, меня женщины хотят. Но я женщин не хочу. Объясню сейчас почему. Все на самом деле основывается просто на обычных базовых принципах. А, может быть, кстати, мужчины в прошлой жизни были женщинами. Война. Потому что я такая умная, что думаю, как я вообще реально женщина, потому что я похожа, кажется, у меня мозги такие, как у мужика, супер вообще рационал. So, почему женщины не могут быть друг с другом вместе? Это не какой-то загон. Ну, типа, если они есть, то, пожалуйста, сейчас объясню вот просто на обычных, как бы, инстинктах. Чтобы человечество продолжалось, чтобы вообще продолжался род в животном мире, в растениях. Но это как бы мужчина и женщина, ну, то есть противоположные. Они притягиваются, и они могут продолжать род. То есть мужчина и женщина притягиваются, чтобы продолжать род. Женщина и женщина, они не могут продолжать род. Соответственно, они не могут притягиваться, не надо придумывать тут. Не надо придумывать, что лесбийская любовь существует. Я не буду объяснять, почему девушка с девушкой вместе. Пускай. Но для меня это просто про слабость. Это просто забыть про свои основы. Забыть про то, что... Ну пока они, наверное, не могут вспомнить. Может, мои видео посмотрят и вспомнят. Ну, типа, это реально просто забыть про то, кто ты. Что ты вообще-то женщина, которая продолжает род. Ну, это... Окей. Не хочу тут кого-то обижать и так далее. У меня было такое, что типа ко мне девочки, ну, лезли целоваться, мои подруги, я такая, окей. И когда-то, не знаю, на вечеринках были.
Вот. У меня было такое, что я так классно с подругой дружила, что я почувствовала, что я хочу ее поцеловать, но я подумала, наверное, это как-то не очень правильно. Ну, это на самом деле нормально, ну, типа, не нужно женщине быть женщиной, потому что мы не можем притягиваться. То есть это как бы можно надеяться, что другая женщина что-то сделает за меня. Хотя на самом деле у меня инстинкт такой, что я хочу, чтобы со мной мужчины рядом были. Не знаю. У меня мама вообще говорит, что мы все бисексуальны. Мне сложно понять, как можем быть бисексуальны, как я... Типа, я женщину уважаю. Ну, типа, я не... Для меня женщина — это как... Другая женщина — это как бы я. То есть я могу у нее чему-то поучиться. Заниматься с ней сексом? Вряд ли. Поучиться чему-то? Да. Быть в сотрудничестве? Ну, реально, поучиться чему-то у женщины я могу. Заниматься сексом с женщиной? И любить ее, ожидать, что у меня будут от нее дети, это невозможно. Почему геи есть и мужчины? Почему мужчины с мужчиной вместе? Ну, потому что их больше. А никто еще не знает, что девушка, я, может быть, та первая девушка, которая говорит, да, я хочу себе несколько мужей. Я это еще в детстве сказала. Вот, so, please write for me, what do you think? Женя, девочки, кто хочет себе тоже, пожалуйста, я уверена, есть, кто хочет себе несколько мужей, несколько парней, кого, какие мечты, так мужчины этого хотят, trust me.